Московский областной проект «Ночь в парке» разработан Министерством культуры и туризма региона. Ежегодно в единый день акция проходит сразу в нескольких городских округах. Видное не исключение, здесь для жителей по традиции подготовили обширную развлекательную программу. Она уникальна, потому что мы находимся в сердце нашего любимого города Видное, поэтому здесь все жители могут легко до сюда добраться, поучаствовать. Молодежь, кроме того, сейчас развивается большой микрорайон у нас рядом, да, зеленые аллеи, и, соответственно, все остальные жители также могут потянуться и посмотреть. К этому событию долго готовились, а жители с нетерпением его ждали. Акция «Ночь в парке 2024» началась со всеми любимого просмотра кино под открытым небом. В кинотеатре очень удобно, потому что близко экран, звук очень хороший, и такой фильм мы еще не смотрели. Я думаю, что, наверное, он может даже в кинотеатрах показывается еще. Поэтому очень интересно, мне понравилось. А в зеленой зоне жители ожидала площадка, где можно научиться бачате, социальному танцу, который нацелен на взаимодействие жителей, ведь танцевать его надо вместе. Вы знакомитесь, общаетесь, танцуете, и у вас появляется большой круг людей. У нас приходят наши ученики, которых мы знаем, но очень много новых лиц всегда. Вот, потому что город развивается, и каждый год все равно какие-то новые люди приходят. Это классно. Не обошлось и без игр. Каждого юного посетителя ждала приставка, где с помощью джойстика можно играть за любимого персонажа. Расскажи, чем ты занимаешься сейчас? Я сейчас играю в игру «Человек-паук». Почему выбрал именно эту игру? Потому что первую часть я давно прошел, и мне хотелось поиграть во вторую. Самая интригующая зона – это пространство с VR-очками. Какую картинку видят жители и почему они решили попробовать? Давайте узнаем. Почему решили попробовать надеть VR-очки? Просто потому что стало им очень интересно. Я вообще люблю изучать именно VR-реальность. Центральная сцена парка стала местом притяжения для всех любителей музыки. Песни и танцы сегодня ожидали жителей, и все с удовольствием подпевали артистам. Мероприятие «Ночь в парке» получилось действительно ярким. Здесь и музыка, и танцы, и мастер-классы. Все, что пожелает ваша душа. Давайте узнаем, что жители думают о сегодняшнем празднике. Я считаю, что вот с семьей прийти отдохнуть, прям вот в выходной день, это замечательно. Очень приятно, что есть такие вечера, что можно пройти, провести время с детьми, с семьей. И спасибо, что организовываете данные вечера. Кульминацией вечера стала пенная вечеринка «Ночь в парке 2024» удалась и запомнится всем жителям надолго. Инга Янчук, Александр Логинов, Максим Константинов, Видное ТВ.